Фильм «Люди Икс. Темный Феникс». 13-й фильм из цикла «Люди Икс» расскажет о супергероине Феникс. Это мутантка Джин Грей с телепатическими и телекиническими способностями, а также неконтролируемыми навыками силы Феникса. В главной роли Софи Тернер. Дата выхода фильма 6 июня 2019 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Следите за всеми новинками киноиндустрии вместе с нами.